Всем приятной жизни, Эд Шашлык, и мы продолжаем играть в Ведьмачка. Так, разобрался я, где брать эту книжку. Она продается в Новиграде у торговца, и она показывает, сколько в какой локации карт мы еще как бы не дособрали. Вот. Ну, то есть там, например, на Скеллиге еще 20 карт есть, к примеру, которые мы не получили, и тому подобное. Вот. Ну, то есть, не то, чтобы она там прям точно говорит, где искать карту, но все равно это удобно. Ну, то есть, во-первых, количество понятно, сколько их еще. Веди. Во-вторых... Хоть раз бы взял инициативу на себя. Где? А ты бы позволила. Зависит от обстоятельств. Да, я тебя когда на единорога буду насаживать, тогда и возьму инициативу. Ладно, погнали. Чё тут? Корабль с джином затонул где-то здесь. Не слишком определенно. Я наложу заклятие на лодку, и мы сможем понять, когда будем проплывать над островом корабля. Ну тогда за дело. Пустишь меня к румпелю? А я могу отказать? Нет. Текс, то есть ты на руле, да? Ну охренеть ты прыгнул, слышь, чувак. Ну и? Ты садишься или нет? Так я сижу вроде как. А, во. Ну чё, поплыли, рассказывай, Йеннифер. Чё, как? Что-то я не уверен, что мне нравится затея с джином. С одним мы когда-то справились, помнишь? Помню, тогда Лютик чуть не лишился голоса. На счастье, его спас твой экзорцизм. А, откуда мне было знать, что это значит? Иди отсюда и отымей себя. Надо было учить иностранные языки. Ты до конца жизни будешь мне это припоминать? Ты сам об этом позаботился. Я просил, чтобы мы всегда были вместе. А не чтобы ты указывала мне на все мои промахи. Будь осторожней в желаниях. А если уж желание исполнилось, прими последствия с достоинством. Да. Что до промахов, почему бы над ними не смеяться, если они забавны? Что-то здесь есть. На дне. Здесь слишком глубоко. Ты не донырнешь. Ты меня недооцениваешь. Как раз наоборот. Я даже попросила тебя о помощи. Я наложу на тебя заклятие. На какое-то время оно замедлит твое сердцебиение. И ты сможешь дольше продержаться под водой. Да, только не убей меня. Исад эйх кридери фаун. Готово. Осторожней. Исад эйх кридери фаун. Вот сейчас по-любому тут утопцы будут. Как водичка? Не холодно? Так, новая отметка вход. Я прям жопой чую, что здесь будут утопцы. Дайте-ка мне болты нормальные, а? А то это какой-то шлямбур. Блин, еще бы знать, где они теперь лежат, эти болты. Ну где болты? Может тут? Пипец, у меня аж была куча болтов. Где они теперь лежат все? Так кто мне там дрочит ВКонтакте? Прошу прощения. Короче, болтов ни хрена нету. Видимо, обновление их удалило к хренам. Текс, ладно, фиг с ними, с болтами. Так, утопца отстрелили.
Буду под водой бухать воду, чтобы восстановить ХП, потому что... Ну а как? Лен, ты знаешь, я не люблю, когда ты читаешь мои мысли. Я не читаю твои мысли. Это просто телепатия. Кстати, тебе есть что... Поломанные мачты, доски и великое множество утопцев. Похоже, их приманили тела команды, а потом они устроили здесь логово. На носу фигуры клана Друманд. Это не тот корабль. Возвращайся. Не, ну все равно ж интересно позырить, что тут. Что, я так просто сюда нырял, что ли? Вон рунный камень какой-то. Кукла, крушина. Что тут еще? Ну, походу, это все. Смыла чуть-чуть денег. Это не тот корабль. Окей, поплыли затем. Поплыли затем. Так. Тикс, 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 тикс. Погнали. Куда теперь? Куда ведет след? Давай, поплыли, Йеннифер. Рули. А когда мы найдем Джимми, что ты будешь делать? Попросишь новое корыто, потом высокий терем, а потом захочешь стать вольной царицей? Мы по-прежнему говорим о Джинне или уже о золотой рыбке? Неважно. Оба исполняют желания. Чего хочешь ты? Скоро узнаешь. Так а чё она не плывёт-то? Йен. А чё она не плывёт? Я не могу выйти... Ёб твою мать! Вот это писец! Я не могу выйти из лодки... Да ну нафиг! Блин, ну ведьмак! Ну не расстраивай меня, ну вы чё, неужели не могли? Одного, главное, только вышло и такой баг. Ну вы чё, ну блин! Давайте загрузимся, но мне почему-то кажется, что это Лабутен. Ключом к разгадке тайны послужит Ума, самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие. Ума. Ума фигума. О, плывем, 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 плывем. Она поплыла нормально после после загрузки. Ну, хоть так. Не все фатально. Слава тебе, Господи. А быстро, кстати, плывем. Ветрило хороший. Плывем норм. Так, не, ну это хорошо, это радует. Там стреляет на улице. Так, я надеюсь, там это... что-то есть. Очередной остров. Посмотрим, не здесь ли прячется наш джин. Блин, а нафига ей вообще джин? Я что-то забыл. Напомните мне, нафига ей не пер джин? Так, ну, я вижу очередные сундуки на дне. И это мне нравится. И красные какие-то штучки. Слушайте, красные штучки. Я нашел какой-то остров. Он тут давно, все доски сгнили. Попробуй осмотреться. Что-нибудь должно... Я кое-что нашел. Баклер со Скеллиги. Со знаками клана Хаймой. Это род донора. Когда этот щит здесь оказался, донор еще пачкал пеленки. Это род донора.
Блин, ну Геральт, ну... Прекрасная работа. Что там у тебя? Военный рог с родовыми символами клана Хаймэй. Этот драк, сомневаюсь, что хоть один из этих кораблей принадлежал чародею. Это старые затопленные дракары. Тогда возвращайся и продолжим поиски. Что тут орёт? Не пойму. А вот и сундук с добычей. Очень... Вот это достойная добыча. Ты нашел Джина? Нет. Но для меня это так же ценно, как для тебя, Джин. А что мы там нашли такого ценного? Я даже не посмотрел. Доспех кавалериста. Что-то не совсем понимаю. Вот если здесь звездочка, значит, типа тут что-то новое есть. Как по моей логике. А, это, видимо, вот эта ракушка, да? Да. А, вино нашел. Видимо, он на вино так среагировал. Геральт же любит вино. Он, типа там эксперт. Так, ну ладно, пофиг, не будем тратить время. Я не думаю, что какой-то ценный лут тут есть. Потому что, на мой взгляд, в Ведьмаке самый ценный лут это тот, который мы крафтим. То есть, ну, как бы именно... Так, сирену мы дохнули, нормально. Так, ну надеюсь, она сейчас не забагуется. Да вроде бы нет. У тебя получается все лучше и лучше. Если бы ты помогала мне внизу, было бы еще быстрее. Я предпочитаю наблюдать за событиями сверху. Как когда мы искали золотого дракона и нас сбросило с дороги обвалом? Я держался за сорванный мост, а ты повисла у меня на поясе и наслаждалась видами, помнишь? Внизу была чудесная пропасть, шумели деревья, журчал ручеё. Помню, помню. Хотя мне больше нравился вид прямо перед глазами. Так, ну я надеюсь... Я надеюсь, все, больше мне не придется. Странные какие-то. Ну, в смысле, это последний. Кажется, что-то есть на дне. Я проверю. Так, сирена. Ну хорошо, хоть валится с одного этого выстрела. Так, чё-то я тут на дне особо нифига не вижу. Видишь что-нибудь? Здесь не что-нибудь. Здесь огромный кратер, как от метеорита. Я должна на это посмотреть. Всё-таки решила намокнуть. Нет, я наложу на тебя заклятие и буду видеть твоими глазами. Расслабься. Эй, суфайте бейдем. Айн эйхте ливай. Кости таза разрезаны поперек, разрез хирургичен. Это не метеорит. А что же? Эффект телепортации. Огромная сила срезала морское дно, скалы и все, что было в пределах телепорта. Я всегда говорил, что порталы — штука опасная. Кажется, мы на верном пути. Ищи что-то, в чем могли запереть Джина. Хорошо, только оставь уже в покое мои глаза. Здесь мало места для нас двоих. Эй, суфайте бейдем. Айн эйхте ливайт. Геральт, давай фигачь уже эту сирену сраную. Эх, суфары гей, да бары гей, дуби, раль. Джина здесь нет? Это определенно тебе понравится. Что? Половина печек, серебро, столовые приборы, украшенные жемчугом. Этот корабль принадлежал какому-то богатею. Амос был не из бедных. Вполне возможно, это его корабль. Так, вот я так понимаю. Что-то перерезало эту корзину ровно пополам. Что-то перерезало эту корзину ровно пополам. Так, половина печати. То есть нам еще сейчас другую половину надо искать будет. Но я так понимаю, тут все мы облутали. Единственное, меня что смущает, то что тут нет хорошего лута. Ну, в плане какого-нибудь сундука или что-то типа того.
Вот, а наверняка он здесь должен быть. Хотя, может и нет, не знаю. Ну, я вроде бы здесь везде поплавал, ничего такого не нашел, поэтому наверх плыву. Пофиг, 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 пофиг. Пофиг, пофиг, пофиг. Так. Блин, а глубоко мы реально здесь ныряли. Так, поговорить с Йеннифер, окей. Только половина. Она хоть как-то поможет? Я попробую локализовать другую часть. С точностью метров до 20. И где вторая часть, там должен быть и Джин. Вот именно. Ты готов? Я перенесу нас на счет 3. Нет, только не портал. Не ной. Раз, два. Понеслась. Три. Ты сказала насчет 3. Ну да. Так, теперь давай осмотримся. Ян, не спеши. Сначала объясни, чего ты на самом деле добиваешься. Зачем да, тебе Да, меня этот вот это тоже интересует. Ты уже знаешь, сила Джина бесценна для чародеев. И зачем тебе эта сила? Именно поэтому я хочу узнать, как ты собираешься ее использовать. Ты не стала бы тратить столько трудов просто так. Да, это важно для меня. Очень важно. Сколько это продолжается, Геральт? Все это между нами. 15 лет. 20. Мы расходимся, сходимся. Нас будто притягивает друг к другу. А я все еще не знаю, настоящее это чувство или просто шалость Джина. А, вот в чем дело. Ты про мое последнее желание. Ты попросил Джина, чтобы мы всегда были вместе. А я хочу отменить это желание. Зачем тебе это? Чтобы узнать, что случится. Будем ли мы по-прежнему важны друг другу? Или станем чужими? Я тоже много раз думал об этом. Вот видишь? И теперь мы в шаге от того, чтобы узнать правду. Пойдем, обыщем корабль. То есть, получается, он когда-то Джина попросил, чтобы они с Йеннифер все время чпонькались. И... А что корабль на горе делает? Что вообще за бред? Так, ну ладно, его порталом, чудак, видимо, сюда кинем. Это Тамос. Он пожелал, чтобы Джин перенес пол корабля на вершину горы? Не обязательно. Джины по природе злобные и проказливые. Этот мог просто исказить желание господина. В таком случае не желай, пожалуйста, чтобы я исчез из твоей жизни, ладно? Я еще не решила, как это сформулировать. Надо осмотреть корабль. Так, рунный камень Перун. Блин, а прикольный квест, должен сказать. Здесь искать нечего. Прикольный квест. Ничего интересного. Так, ну надо, наверное, вовнутрь его идти или как? Ну, скорее всего, да. Так, сундуки. Вижу сундуки отсюда. Там какие-то реликтовые ботинки, но я принципиально буду ходить в экипе Ведьмака. Ну, посмотрим. Я принципиально буду ходить в экипах Ведьмака, потому что, на мой взгляд... Агнессы из Гленвиля. Во, можно сразу читать книжки, это удобно. Это реально удобно. Отличные ботинки. Похоже, удар о землю был столь силен, что их владельца из них просто выбило. Должно быть, здесь чародей спал.
Кого-то тащили по земле, или он сам проехал, когда палуба внезапно перевернулась. Так, ты этот самый хорош. Мощь первоэлементов Джан Батиста. Улучшенное масло против реликтов тоже пригодится. Здесь искать нечего. Ничего интересного. Блин, зачем вы тогда эту дудочку красным подсветили? Ничего, блин, интересного, блин. Так, а чё тут? А, что-то под шкафом, видимо. Ян, кажется, тебе стоит на это посмотреть. Что там? Это Амос. Почти как на гравюре в книге. Только с проломленной головой. Это Джин его так отделал? Нет, он бы не напал на господина. Больше похоже на несчастный случай. Когда разразился шторм, Амос, наверное, произнес желание в стиле «Забери нас отсюда хоть на вершину горы». И Джин исполнил желание дословно. Потом случилась жесткая посадка. Амоса вырвала из башмаков и швырнула о стену. А книжная полка довершила дело. Я всегда говорил, что избыток власти убивает. Если он погиб при телепортации, то печать может быть по-прежнему у него. Воля! Браво! Пойдем на палубу, я кое-что придумала. Так, ну что ж, давайте я тогда на этом этот выпуск как раз и закончу. Большущее всем спасибище за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. А с вами был Шашлык.